Спокойной ночи, доченька. Сладких снов. Эй, а где все? Мама, почему ты плачешь? Что случилось? Вы с папой разводитесь? О, нет, наша семья поломалась. Доченька, знакомься, это твоя новая мама, Риз. Я так много слышала о тебе, Пайпер. Мы с твоим папой теперь будем жить вместе. О, нет, я не хочу мачеху. Смотри, я принесла тебе подарки. Что? Это все мне? Вау! Что ты задумал? Хочешь забрать нашу дочь? Нет, ты остаешься со мной, Пайпер. Нет, Пайпер останется с нами. Не трогай мою дочь. Отпустите меня. Вау, где я? И что это за тайная комната? Куда я попала? Я так несчастна. Пайпер, ты чего расселась? Не смей убегать от мамы. Понятно? Что это ты тут нашла? Вау, у вас тут есть целая тайная комната. Она что здесь делает? Почему она в нашей тайной комнате? Представляешь, что можно сделать в этой тайной комнате? Давай здесь вместе все уберем. Да, с радостью. Мы здесь столько всего настроим. Я знаю, что нам нужно. Музыка. Что? Да как ты смеешь? Моя половина комнаты будет лучше твоей. Эй, Пайпер, хочешь поиграться? У них там так весело. Привет, зайчик. Привет, Пиппи Дастер. Давай дружить. Спасибо, Риз. Мне тут чего-то не хватает. Нужно переодеться. Ух ты, я тоже хочу. Можно мне тоже такую рабочую форму? Вау, мы в одной команде. Класс, тебе так идет, Пайпер. А как же мама? Для нее тоже есть подходящая одежда. Что? Кто это сделал? Это все ты! Ха, это весело! Ну что, продолжим уборку? Посмотрим, чья половина комнаты будет лучше. Легко. Я с тобой. Эй, нет, мамочка! Эй, ты куда? Я жду тебя на нашей половине. Окей. Ну что, будем красить. О, у меня только голубая краска. Ничего, покрашу другую половину. Ха, теперь это моя сторона. А что? Отличная сторона, мам. Очень миленько. Окей, значит, я покрашу вторую половину. Пайпер, хочешь покрасить эту стену вместе со мной? Она переманивает мою дочь. Я этого так не оставлю. Яркий цвет мой любимый. О нет, кто добавил черный? Это слишком депрессивно. Мне нужна моя помада. Можно мне накрасить губы? Нет. У этой помады другая миссия. Вау, у нас получился бирюзовый цвет. Какой красивый. Что? Вот хитрюга. Риз. Кэролайн. Я повешу табличку на комнату. Нет, это моя табличка. Отдай немедленно. Сама отдай. Мам, мачеха, что вы делаете? О, детка, мы стараемся помочь друг дружке. Готово. Порядок. Детка? О, нет. Мы спасем нашу Пайпер. Хаги, Киси, оставьте ее. Улыбнитесь. Семейное фото. Доченька, я принесла тебе кресло. Что? Кресло-мешок? Юху! 1-0 в пользу мачехи. Ну и ладно. Эй, мам, что ты строишь? Окей. А как пилить этой штукой? О, Риз! Оставь пилу и возьми, Пайпер. Эй,
Эй, хватит повторять за мной. Кто хочет лимонад? Ну, детка. Ты такая заботливая. Налей мне стаканчик. Фу, ну и кислятина. Нет, детка, не плачь. Дай мама попробует. Ммм, какая вкуснотища. Это лучший лимонад в моей жизни. Ты такая молодец. Я старалась. Пайпер, посмотри. Та-да! Кровать готова. Как тебе? Ура! Одну минутку. Я позову папу. Эй, там, внизу. Можно потише? Ароматерапия для снятия стресса. Сколько дыма. Кто это там решил устроить барбекю? Эй, Кэролайн, потуши свой костер. Рис? Эй, теперь она стучит. Но я этому помешаю. За работу, червячки. Что? Кэролайн? Что ты ко мне лезешь? Ты первая начала. Пап? Мама и мачеха построили такую классную кровать, смотри. Вау, неплохо. Что надо? Ладно, мы зайдем попозже. Идем, Пайпер. Пайпер будет идеально учиться в этой тайной комнате. Кому нужна учеба, если можно играть? Юху, какая классная комната! Здесь можно делать все, что захочется. Фух, я устала. И тогда Золушка надела туфельку на принца, и они жили долго и счастливо. Конец. Сыграем? Читай вслух, Пайпер. Ага. Нет. Лучше нарисуем пальцами картину. Вот так. Пальчик сюда и сюда. Мачеха разрешает есть сладости. А мама заставляет учиться. Правая рука на зеленая. Юху! Эй, Пайпер! Сладких снов, детка. Ложись на подушку, доченька, и спи. Он тоже уснул. Ладно, не будем будить папу. Ну, ты доволен? Эй, что это за шум? Юху, отличная вечеринка! Прошу прощения, а что здесь происходит? Кто разрешил устраивать вечеринку в тайной комнате? А мне нравится. Все разошлись, быстро, вон отсюда. Вечеринка закончилась, выметайтесь. Пайпер, что это означает? Вечеринки в этом доме запрещены. Ты наказана до конца года. Спокойнее, это я разрешила ей устроить вечеринку. Ведь это моя часть комнаты. Да кто тебе разрешил? А ты испортила нам весь праздник. А ты испортила нам всю семью. Это ты во всем виновата. Это не дом, а бойцовский клуб. Мама, мачеха, стоп. Прекратите ссоры. И быстро помиритесь. Ради меня. Хорошо? Я приготовлю печенье для всей семьи. Дурная банка. Мука не мой продукт. Она нас всех отравит. Хм.
Ладно, я помогу тебе. Слушай и повторяй за мной. Сначала подготовь противень. Включай духовку и подождем. Хочешь чаю? Я ему говорила, но он никогда не слушает, ты же знаешь. О, наше печенье горит. Фух, успели. Какая красота. Ты справилась, Рис. А мы неплохая команда. Мам, мачеха, вы поладили? Здорово. Садись, детка. Держи печенье. И молоко. Приятного аппетита. Пайпер, сюрприз. Вау, качели. Ты просто супер-мачеха, Рис. Нет-нет-нет, это опасно. Здесь кругом шипы. Кто это придумал? Идем на мою половину. Вот тебе мягкая и уютная качелька, Пайпер. Качайся сколько хочешь. Нет, мне это надоело. Ты молодец, Рис. И ты, Кэролайн. Аккуратнее, девочки. Вау, горка – это отличная идея. Я позову Пайпер. Детка, иди сюда, смотри. Вау, я всегда мечтала о горке. Внимание, я спускаюсь. Юху, вы у меня самая лучшая семья на свете. Спасибо, дорогой. О, мы все уладили. Отлично. Привет, милый охранник. Вот твой заказ. Следующий. Нам два пончика, пожалуйста. Одну минутку. Вот ваши пончики. Что? Нет. Что? Круг, это не наш заказ. Вот, видишь? А, да, я поняла. Одну минуту. Прошу, индивидуальный подход к каждому клиенту. Отлично, спасибо. Эй, охранники, вы чего расселись? Ваша смена уже началась. Марш на работу. А пончики я заберу с собой. О, кроссовки моей мечты. Когда-нибудь мы встретимся с вами, если я соберу чаевые. Детка, съешь пончик и не грусти. Какой красавец! Это просто король пончиков. А это еще кто? Добрый день. Прошу ознакомиться. Ваш долг в банку составляет очень много денег. И вы должны выплатить его до конца месяца. Время идет. Удачи. О, какое горе. Святой пончик, мы разорены. Мам, что случилось? Наш долг банку длиннее, чем последняя часть Гарри Поттера. Мы никогда его не выплатим. Видел бы это наш основатель, наш родоначальник, великий Алексио де ля Гюсто, изобретатель пончиков. О, мой идеальный королевский блинчик готов. Я сочинял этот рецепт всю жизнь. Фу, наглая муха, зачем ты опять портишь мне жизнь? Тебе не достанется королевский десерт. И не мечтай. Я объявляю на тебя охоту. Да, попалась. Мой десерт ранен прямо в сердце. Теперь там дырка внутри. О, нет, король. Что это, мой королевский повар? Ты придумал новый десерт для меня? Браво. Я назову это пончик. Нам придется продать наш семейный бизнес. Нет, ни за что. Я спасу нашу пончиковую династию. 70... 80, 90? Уже неплохо. Физкульт, привет! С вами все в порядке? Я готовлюсь к марафону. Я проголодался. У вас есть еда? У нас есть самый вкусный пончик в мире. Нет, нет, нет. Здесь жиры и углеводы. Мне нужна спортивная еда для моих мышц. Конечно же. Наше специальное предложение дня. Фитнес-пончик. Вот ваша порция. Свежий фитнес-пончик. Отлично. Это то, что мне нужно. Качай мышцы, жуй пончик. А кто будет платить?
какая сладкая тренировка. Смотри, можно тренировать мышцы челюсти прямо на бегу. Пожелай мне победы на марафоне. Эй, а как же деньги? Оу, бедный скейтер. Это было больно. Ты в порядке? Я помогу тебе. И я помогу починить твой скейт. Ага. Что? Нельзя кататься на скейте по коридору колледжа, Колин. Это опасно. Приветик, новые колеса для твоего скейта готовы. Моя прелесть. Спасибо, Пайпер. С тебя 100 баксов за ремонт. Конечно. Ну, я поехал. Пайпер, привет. Я завоюю сердце Пайпер. Мечтай дальше, приятель. Пайпер, я приготовил кое-что для тебя. Святой пончик, что он делает? Смотри, я сгрыз для тебя валентинку. О, как это мило и странно. Пайпер, смотри, что приготовил для тебя я. Старые жвачки, фу! Этот Дейв все мне портит. И последняя жвачка для тебя. Вот моя пожеванная валентинка, Пайпер. Секундочку. Мне пришла в голову гениальная идея. Кто сможет закинуть пончик на полку, получит мой поцелуй. Вы готовы рискнуть? Мы готовы. Покупаем пончик. Прекрасно. Берите ваши пончики и удачи. Пусть победит сильнейший. Дайте прицелиться. Я рассчитаю диаметр пончика и высоту палочки. Мимо. Еще одна попытка, парни. Прошу. В этот раз мне повезет. Да, я выиграл. И я выиграл. Ты должна нам поцелуй, Пайпер. Прошу прощения. Упс, профессор, вы не так поняли. Прекрасная сделка. Дорогая, ты знаешь, как я тебя люблю? И пришло время задать тебе главный вопрос. Одну минутку. Где же оно? Я точно помню, что брал его с собой. Похоже, этому невезучему жениху нужна помощь. Нужно всего лишь сдуть пончик. И кольцо готово. Держи, приятель. Спасибо большое. Дорогая, ты выйдешь за меня. Какое красивое кольцо. Конечно, я согласна. О, пончик соединил сердца. Вместо того, чтобы сидеть на уроке, я бы лучше продавала пончики. Спасибо, приходите к нам еще. О, привет, малышка. Какой пончик ты хочешь? Этот или этот? Я не знаю. Подожди, у меня есть специальный подбиратор пончиков. Держи. Вот идеальный пончик для тебя. Спасибо. Это именно то, что я хотела. Пока. Пайпер, хватит витать в пончиках. Смотри на доску. Кто может решить это уравнение? Точно не я. Твое решение неверно. Это плохая оценка. Кто будет отвечать следующим? Пусть решит Кола. И она выбирает тебя. Нет, я не знаю ответ. Это плохо. Эй, моя ручка. Ну же, пиши. Почему ты отказываешься ставить плохую оценку, предательница? Это не поможет. Господин профессор, я знаю, как вам помочь. Вишневый пончик решит все проблемы. Ну, хорошо, держи. О, мой любимый вкус и мой любимый цвет. Красный джем ставит оценку даже лучше, чем красная ручка. Ну, спасибо тебе, Пайпер. Встретимся сегодня. Наконец-то. Мой краш позвал меня на свидание. Я иду к тебе, моя любовь. Уже готова. О, нет. Он просто ошибся номером. Я этого не вынесу. Какой грустный день. Фу, какой соленый. Это что, начинка из слез? 10, 30, еще твоя двадцатка.
и 40 центов мелочью. У нас не хватает денег расплатиться с банком. День X настал. Платите ваши денежки. Это все, что у нас есть. Я помогу своей семье. Господин банкир, вот все деньги. Мы выплачиваем долг. Я собирала эти деньги на кроссовки, но наш семейный пончик важнее обуви. Порядок, здесь хватает. Да? Ура! Вы спасены! Вы закрыли все свои долги, а напоследок я хочу купить ваш пончик. Пожалуйста, приятного аппетита! Yes! Да здравствует пончик! Извините, идеальные кроссовки. Придется вам подождать. Посмотри на Пайпер. Мы ей должны. Я придумал. Это тебе, детка, ты заслужила. Что там? Неужели? О, да! Мои идеальные кроссовки! Спасибо! Ты – наше лучшее вложение. Я так счастлива! Идеальные кроссовки! Наконец-то мы вместе!